Приходилось ли вам видеть когда-нибудь натюрморт из семи куниц, добытых в капканы на путике протяженностью 5 километров? У меня такое, если честно, впервые. Устал просто мертвецки. Значит, сейчас недалеко дорога, откуда друг заберет меня на машине. Снег сырой, лыжи не идут. Устал. Ну что сказать, ну доволен, безумно доволен такой добычей. 7 куниц. Не проверял капканы, наверное, недели 3. И вот тебе результат. Я считаю, что это очень-очень неплохо. Ну что, 2 кунички попалось. Проверил второй капкан. И уже 2 штуки есть. Очень радует меня сей процесс. Ё-моё, рукавички, рюкзак. А вот я. Ну что сказать. 4-й капкан, а нет, 5-й и 3-я куница. Я просто в шоке. Такого еще не было за мою 5-летнюю практику установки капканов. Это атас. Нынче пруда не просто. Одна за одной. В сезоне это уже у меня 6-я. Второй раз проверяю. Путик. Фу. Обалдеть. И все, кунички-то такие хорошие коты. Да. Ну, скоро же не шуба будет. Как скоро? Не скоро еще, конечно. 10-я куница у меня. Еще полтинник, наверное. Так. Ну ладно. Будем снимать дальше. Ну вот, установил я капкан с битой куницей. Капканы ставлю на жердь под потолок. На мой взгляд, это самый эффективный способ установки капкана на куницу. На земле очень часто заметает. Проходными капканами пользуюсь мало. У меня их всего пару штук. И они у меня должного уважения не вызывают. Вот мои 3 кунички. Сегодня, кстати, 31 декабря. Неплохой подарок от лесного дедушки на Новый год. Снегу нынче очень-очень много. Очень. Сантиметров, наверное, 50. Прошлый год в это время ходил без лыж. А вот нынче без лыж далеко не дернешься. Вот так. Ну что, господа и дамы. 4-я на сегодня. 4-я куничка. В этом сезоне 7-я. Вот такие вот дела. Капкан, значит, тоже на жерди, под потолком, на приманку, тухлый лещ, точнее, его хребет и башка. Вот так вот вятские охотники добывают куниц. Куница попалась до снегопада, все они попали сегодня, все 4 до снегопада, заметены, очень здорово. Ну, все передней лапкой. Вот такие дела. Проверил я на сегодняшний день, наверное, половину капканов. Еще, может, даже половину не проверил. Будем надеяться на дальнейший успех. Всем удачи. Пока. Ну, что я скажу. 5-я куница на сегодня. 5-я. Охренеть. Вот это жара.
Ай да дедушка, какой он сегодня щедрый. Вот это да. Вот это подарок на Новый год Сереге. Вот это круто. Все передней лапой. Даже капкан сдернуть не смогла. Так и уснула. Завтра надо приваду обновлять. Все посъедено к херам. Давайте, всем удачи. Сказать вам, друзья мои, нахожусь я в легком шоке сегодня, 31 декабря 2016 года. Шестая куница. Шестая. Это что-то невероятное. Это что-то невероятное. Мой путик 5 километров, ну, капканах, наверное, 30 с небольшим, стоит. И вот это уже шестая куница. Шестая. А это чудо невероятное. Проверил на этом больше половины. Мое лицо, наверное, от счастья светится. Вот я, вот куница, шестая на сегодняшний день. Это просто атас. Друзья мои, седьмая куница за день. Это ж просто что-то, бля. Это просто что-то. Седьмая куница. Такого у меня, бля, никогда не бывало, отвечаю. Охренеть просто. Просто охренеть. Седьмая куница. Вот это атас. Фу, бля. Подхожу уже к концу путика. Много капканов подсбито. Куница была, но не попалась. И вот это седьмой капкан. Седьмая куница. Если мне не верите, бля, ну не знаю, что делать. Ну посмотрите, нету кругом. Ни лыжни, ничего нет. Вот она, седьмая штука. Как есть, так есть. Ну небольшая кошечка здесь. Совсем небольшая. Но приятно радует. Меня это очень радует. Всем удачи!